Привет. Почему? Что за палочка болит? А что тебя так давно не было? Ну, занят был. Мы тут скучали прям. Спасите. Мне похуй сейчас. Мне нужна помощь. Как грубо. Сказал, как отрезал. Дима. Дима, я там, кстати, не полностью уже в ЦЛК была, у меня там не пэта от нити. Поняла. А, ну все, ладно. Тебе страж привели, да? Там с другой стороны. Угу. Приз третьей пати не слаб для РС? Не, он сказал, что он шарит, вы не спали. Кто, приз? Приз захиливал уже, я ж ходил. Ты в третьей пати? А, прости. Я послышал, вспоминаю. Это правда, что в этом месяце за ЦЛК 10 оп тоже ЕПы дают за гипронос? Да, пошли, дернешь командира, я трэш приеду кучку. И один хил с нами, идемте налево. Почему-то игра зависает, и РК, и игра вылетает. Не пойму почему. Что, там бомбят уже? Че? Я пока не могу использовать эту способность. Ты знаешь, как радиоактивное излучение влияет на компьютеры, что ли? Физическая радиация, да. Сейчас на фильм ходили. Это хроники хищных городов. Ну и как? Ну так. Я дай почему-то нос. Думала интереснее. Франка спала там по-любому. Снимайте за большую кучу, там командира сольете одного. Женщина не успает. Как метод вышел фильм «Мстители. Последняя часть». Я полфильма сидела в зале, в кинотеатре, и полфильма предсказывала, что там дальше будет. Было неинтересно. Угу. Ну да, банально. Ты второй раз, да, пришел? Да нет, первый раз. Со мной неинтересно в кинотеатр ходить, я обычно предсказываю любитель. Ты цыганка? Ну-ка предскажи, как Лукашенко разойдется по нефтяному наду. Просто нашему миру уже нечего воображать и придумать. Все слизано откуда-то, все слизано... Это неправда. Не придумано. Это правда. Все уже правда. Нечего придумывать.
Он смотрел «Легенду завтрашнего дня», сериал с «Научная полная фантастика», жизнь, которая отмерла сегодня, очень много сделала в те же 60-е, 70-е годы. Че ты там, Ваня, смотрел «Легенду»? Да, «Легенду завтрашнего дня». И че? Сейчас я предпочитаю фэнтези, конечно, ничего придумала. Ты там же последний сезон какой-то вышел, но... Третий я вроде смотрел, последний который. Там где этот? Константин? Ага. Я вообще не видел, я второй закончил смотреть, и как? Говорю, ну, можешь не начинать смотреть, короче, лучше что-то другое скачать. А чё? Да ну, блядь, такая хрень. То с день сурка там эпизод сделали, то еще с какой-то хрени сделали. Там если 118 серий, там 2 серии будут нормальные, то это хорошо. Поэтому офу, ссылка. А первый, второй. Не, у меня свет вырубили. Я все жду, что кто-то прошутит про аниме, то что Ваня на аниме перешел, поэтому. Не, я сейчас рано почитаю. Балки, дёмки, бить сериал. Дайте, пожалуйста, мамонта, у меня нету вообще регов на инту. Эту печу. Стой, мамонт. Третий шкаф. Шкафонить. Есть харзл шкафонить. Эти анимешки уже нечего смотреть. Тоже слизано где-то что-то. Согласен, слизано еще какое-то няшная херня про девочек. Не знаю. Такой мусор. Не знаю. Раньше четкие аниме мальчика были. А можно магов сейчас на я ой подсела в последнее время. А можно порыду попросить магов хавку? Спасибо. И кулак. Давайте так. С демонайзер всем будет бафать прота, смарт кью кулаки, стримка каски, а кал кресты. Давайте кулак по роге. Смарт кью, ты где? Друиды еще не бафнули. АФК, красавчик. Пешка стоит, ешьте, пожалуйста. Чё, Ваня, чё это? Слушай, лучше в следующий раз потом пойдем быстрее. Чё тут баф какие-то надо? Пусть на баф дали, нормально. Шикарно. ТГП, короче. Хлёвый. Всё, пойдём, да? Не, даже просто так. Хант, снимай Аберсон. Нет, не снимай Хильбру. Выберсу. Джерин, ты на пол не взял в рейд. Где с рейда на пол, чё? Нет. И всё будет хорошо. Он говорит про два роги, поэтому говорит, что есть. Ты шо, Димаш на роге? Он нормальный там на пол. Если он на пуле его не сможет. Ну да, как-то напулить. Ладно, я себя не... Это хорошо, что они напулят. Обычно роги друг на дружку напуливают. Не знаю, вчера на прошлом КТ, по-моему, на меня на ханта напулили, потому что чисто Ренар, я трэш избыхал. Это были чьи-то шуточки над вами. Да я тоже так подумал. Охотник забрал этот лук-гер. Точнее, я ему отдал, потому что... Я его должен был забирать. Я думаю, ладно, хан, бери. Сейчас посмотрим, что он сделает с этим лутом. Где? Продаст. Там ДПС нет. Но он апает где-то ДПС. Ну, короче, Джерри, он будет напуливать на кого-нибудь мага. Или там приста и говорить, блядь, хан, не напуливаешь ни хера. А давай обратно лук. Дима, ты к себе покидаешь. Когда ты получаешь вещь, там... И ты дамажишь как рога в ЦЛК, ты должен задуматься, блин, у меня есть классная вещь, может я подамажу? Я буду использовать класс хотя бы на 40% в этой РС, хотя бы на 40%, а не просто бегать и жать один. Не, ну Джерри, он зашел как-то на хента и захуярил, короче, такой на пол, что никто не срывал. Хоукер тоже запуливает хорошо. Так, че тут у нас получается? Давай, Ваня, начни. Не-не, нокдаун первый, демонайзер второй. Все, давай, погнали.
Бля, второго мага нету, хера. Хотя в прошлый раз был Бьёрн, все равно МК не дала. Не давал, просто напоминал. Да как, блядь? Как-то так. Спасибо. Это типа называется «давай быстрее». Да не. Сейчас минус шаманы еще будет, кресты, сова, тут он еще мах, по-моему. Просто Ваня повел как-то правее, чем центральная линия. Так, чтобы место было под копией. В следующий раз ты через Эритриану поведешь или что? Да ладно, зато ты никетка дышится. Знаешь, Трогер такой классный класс, он снимает все дебафы, которые вешает босс, любые. Это пиздец, как круто. Наверное. Я понимаю, что вы не знаете, что такое плащ теней, но такой. Нет, я знаю, что такое плащ теней. Как и поводил. Но он не должен все снимать. Почему-то. Он все снимает. Снимает полностью весь отрицательный магический эффект, он все снимает полностью. Ну и паладин бабу и дивана. А на нем написано 95% шанс, что он снимет. Еще рез на степне кралька, спасибо, Дианка. Пожалуйста. Это Рокстер Рестлинг. Вообще-то кралька, я ж вижу, кто мне рифт. Не-не-не-не, ты неправильно прочитал. Он снимает все эффекты вредоносных заклинаний и повышает вероятность противостоять, понимаешь? Типа на тебя повесили какую-то херню, ты нажал плащ теней, все пропало, и 90% и 10%, что ты попадешь опять, понимаешь? Ну, дайте по маку бафы. Лапу. Блин, рефах нет. Вань, 300 баф дали, погнали. Все, погнали, ебать. Я вроде бы постою. Смарт-ки в роге, кулак, дай. Ладно, Слава, да, Маш, если 16 ты дашь, стерей, я с ебли кикну. Да, да, сила духа, стоп. Звучит как лунная призма, дай мне сил. Блин. Вторая ошибка. Какой ты старый. Ебать, это же я такой старый. Какой сезон? Не знаю, 98 или 99 год. После школы. На офи, короче, пошел с Ями. Ну, Саша Ями, может, запомнит еще. И там, короче, чел, ну что-то начал разговаривать про крикунов. Чел говорит, я помню, фильм такой был, «Крикуны». Я говорю, ну да, я смотрел лет 20 назад его, блядь. Какой старый. Тоже этот фильм вспомнил. Ну, я его смотрел году, наверное, в 97-м или 8-м. Я в 7-м смотрел «Зловещие мертвецы» первую и вторую части. Когда мне было 7 лет. Вой-вой-вой. Это классно. Я хочу вспомнить. Харзу улетел на топ. Я так его не смотрела. Будет. Вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Ты покемонов смотрел? Покемонов смотрела? Да. Я никогда не понимал, зачем их смотрят. Я остановилась на 18-м сезоне и подумала и решила, что это уже бред. Ну да. 18-й сезон, так это тебе там сколько раз ты клинику проходила? Просто шикарно. Дайте крест по магам, пожалуйста. Ты что, я так любила этого Чермандера? Бульбазавр. А любимый покемон Бульбазавр, знаешь, такое? Кубов, дайте, пожалуйста. Бульбасавр или как его там? Бульбасавр. Не, не помню. А, мне Чермиллион нравился.
когда вы смотрели покемоны, я просто ходил на улицу, играл в футбол. Ну мы как бы тоже ходили на улицу. Да ты не ходил никогда, что ты гонишь? Что вообще? У меня брат старший. Я замуж выдали в 11 лет и сидела дома. Давайте по Шурику по тактике. Ваня танчит свет, иногда он танчит тьму. На третьей фазе Эларан, ты будешь диспелить весь свет. Ты понял, Эларан, или нет? Третья патия остается бить... Четвертая патия остается бить големов. Плюс Альтея. Альтея, поняла? Ты остаешься бить големов. Я не остаюсь бить големов, да? Ты? А ты кто? Ну, никто. А ты маг? Не, ты нет, ты заходишь во тьму и все нормально, ты мутишь, все хорошо. Круто. А демонов оставаться, да? Да, это ж по-любому. Вся четвертая пати плюс Альтея остается в свету. Окей. Добивать големов. Так, Джерион, ты в четвертой пати, и ты рога. Блять, ты понимаешь, что я захожу во тьму, а Альтея остается в свету, или не понимаешь? Давай я так сделаю, чтоб... вот. Так будет хорошо? Ну, лучше сделай обратно. Я знаю, что лучше обратно, ну блин. Ты чё? Альтея же в свету дома же. Ну, лапку дайте. Альтея, ты в свету дамажишь, Альтея, все хорошо, только зайдешь на второй фазе. Друли лапку дайте. Так, а чё я хотел? Подождите, я чё-то... А, сейчас по Шурику макросы напишу. Какой шаман в свету? Этот... Кардоба и Кал к свету, а Барвили, Рокстер, Кралька во тьме. У меня прям чуть слезы на глаза не навернулись, Барвили запускать в тьму. Хазрул показывает класс с новым луком. Хмели сняли, может? У кого сумму? Хазрак. Ваня, ты тут, Ванёк? Ваня. Ваня. Нет, Ваня! Все, я тут. Да помидоров уже нету, Ваня. Давно уже. В смысле нету? В 3-литровых банках еще помидоры. Еще много. И ты их давить будешь по второму разу? Эти банки. А он уже пьет. Это маркетинг. Бафы, бафы. Давайте еще раз демонайзер бафать всем. Прото, Смартью, Кулак, Экстрим, Какаску и Калк, Манурек. Давайте быстрее все это бафайте. Че, знаешь, какие вкусные помидоры под снегом? Ну, чесноком, в смысле. Черные такие. Квадрат, да? Стоит. Да не, красные. Первая пати, вы там распределили, что вы будете, когда бафать, фридом и... Чтобы вам я этого не говорил. Да, отлично. Мага кто какой бьет? Туда-сюда. Позбаровали сзади сидит, я не знаю, он готов, нет? Да. Он скинул в РК четкий рецепт. Все, нокдаун, иди начинай. Чесноком, да? Вар, уйди. Вар, отойди. Давайте в квадрат смещаемся. Вар, не стой близко к Халиону. Ты же говорил, что ты шаришь. Пошли я с Райд. Метка. Эти босс. А, хорош хант. Кранка метка. Лолана, подымай ханта. Резу. Отлично.
Прибежали. Смотрим лужу в рейд, и трэш сейчас будет. Не спал. Заходи, давайте перебежим на другую сторону, будем заходить, как это, как начинали. Давайте все в это. Давай, танк пошел, мы пошли. Давайте в квадрате. Элалана и Войт, Дман и Барва Резулейт. Лана и Войт, маме Барбаре залейте, Джейн Доу метку. Скажите, если добили. Сходите. Мы не добили еще. Лана, залей ману Барбаре, что ты в свету? Он пишет, что он еще в свету. Спельте. Он встань в толпу, тебя опять. Эй, нет, назад, назад, Альтей. Пелс мне. Сколько там? 54. Хардовая метка, смотрим, выходим, выходим сейчас. Сейчас, после. Опа, опа, опа. Выходим. Все, давайте, вышли. СС на хапало, да? Да, там СС на полипал. Смотрим сейчас Геру туда-сюда. Шаман, встань в квадрат. Стоим все в квадрате. Ким метка. Сам себя, если нет, то за хилки его. Смотрим, метеор. Перебежаем. Сейчас босса не будем сильно бить, будем бить трэш. Лужа нормально, давайте в квадрат. В квадрат большого и мелкий трэш. Сова большого бей. И большого, а не грозой по трэшу хуярь. Беги, малыш! Метка. Отличная метка. Смотрим метеор. Перебежали. В квадрате остаемся. Смотрим, лужа нормально. Море отлично, сместитесь. Напуливаем трэш. Босса не бить, босса не бить. Давай, Дим, на ману. Ты хера вы диспелите, блять, я сам могу. Метеор. Подбивайте босса, перебежали. Чуть не сдох, блять. Смотрим, мет. Сюда-сюда, в квадрат сместились. К хвалу будешь трэш тянуть. РДД, играем сразу в большого. Хант мат мертвы. Ай, Войт, поднимай ханта. Палитру, бля, ну. Ваня, ты говорил, что калк нормальный. Что нормальный? Да, я вижу. 8 секунд без хила. Сколько еще таких героев?
Частица спала, все уже. Если частица спала, бля, это пиздец, я частицу обновляю всегда, когда бегу. Вообще у меня не спадает никогда. Ладно, всем сладких снов. Какой спокойной ночи. Трисси сказал, ох, чуть не умер и сразу умер. Потому что я бежал, хуй знает откуда. Потому что я не сметку в одно место сдиспелили, пришлось бегать, и, короче, хуй пойми, куда бежать. А, да, Клод, а ты, это, Элоран, ты диспелишь только тех, кто под, ну... Кого надо искать? Там Рогу, Бесплащие Теней, Элима, Ханта, не знаю, Хилов, чтобы он не напрягался. Это футбол хрящий, дай Кирилл. Вроде кто-то отвалился или это не зрение? Нет, там кто-то ушел, не знаю кто. Давайте там Приста баф, лапу. Винт был литра, вы где? Готов. Все, все готовы, за линию зашли, стали у квадрат, иди начинай иногда. Метка, метка Клота сама с себя. Вары, отходим от босса дальше. Трати, стойте, что вы делаете вообще? Уже нормально, бейте босса. Беги, малышка, беги! Парашют конкретно к тебе обращаюсь. Смотрите, метеор, перебежали. Идем на пулы. Там себя сниму. БДК, заходи, Райд, заходим. Квадрат, стоим. Дуба метка. Скашка, да? Не заходить ничего. Пашкин мед. Заходить. Я что-то... До стены доводи, пожалуйста, Дашкин эту херь. Кто это диспелил только что? Он себя кошем снял? Наверное. Диспельте в эту парашу так, зачем это делать? Маму херам залейте своим. Ману на эту барвали залейте.
этот Волана и Войт. Смотрим, Моровинд. Ща, тут уже 53%, мы скоро будем выходить. Метка, Англив, метка, не в портал, выносишь. Все, выходим. Гнали, Геру, бьем. Это ты раздал, да? Я, да. Англив, выходи! Англив! Короче, Англив, Вар, ты с меткой. Ну, смарт-кью на те же метка, что ты творишь? Общайтесь, ну. Ты ну нахуй. В районе. Пять. Нет, не бьем. Отлично, братанчик, красавчик. Лолана, Войт, есть бэк? Поднимай, поднимай этого ханта. Нет у него бэр. Я понял, без ханта. А, бля, это пиздец. Я тебе зря лук отдал, люди не меняются. Я понял, перебегай. Там двойная метка была. Джин Доун еще умный, хорош. Ашки метка. Мы, наверное, меньше урон. Нормально. Сыграем цветок. И ШП и с сушением иногда по трэшу бейте, не надо. Там вы же можете подотать, побить трэш и с сушением. Бар, каут метка. Вниз ваня. Тер сейчас будет. Жали. Блядство. Это. Бьем Халиона сейчас. Бьем, напуливаем трэш. Моровинд метка. Бьем трэш в цвету. Сушение. Алло. Агрите одного моба. Метка. Смещайтесь. Квадрат, стоим. Нажимайся, Ваня, пожалуйста. Тримка. Лоран, давай гейм на ману. Давай гейм на хп. Хант, метка. Мастов. Мастопаните вообще. Пейте большого, резче. Бежали. Капли на пол литра. Нет, райтер капли. Алролан, метка. Пим на полы. Им на хп свету быстрее. Вот один на ману. Бейте большого, бейте большого. Бейте только большого, метки трэш сюда добейте, ждите 60, все и добивайте. Большого добейте только. Бегаем. Жали метеори, бейте только Халиона. Пулы сдайте. Материальность. Дима, а как же на пулы? Я сдал. Не, я не сдал, потому что я что-то на этого нажал. Короче, забей. Все. Колечко.
Но когда вернется мой господин, этот мир сгинет в огне. Тут Маркил кричал, который сам не вынес. Да. У меня, короче, забагался этот ДБМ и показалось, сидел этот крестик. И я, у меня сразу показывается, типа, там метка. А на самом деле, в бета, что-то... если я как-то не так умер, не знаю. Там во сне вынесли лужу, я понес под руку. На офспек можно попробовать? Не успел перебежать. Офспек, если вам надо. Парашют. Метеор кидается в игрока. Если ты стоишь прямо во фрейме босса, то он туда и кинется. Я знаю, я слежу за ДБМом. Я вижу полоску ДБМ, когда она подходит. Ну, а сразу ты что-то другое, далеко встать. Секунду, я убегаю обратно. Потому что я когда далеко стою, у меня вихрь не достает до Халена. И танчить, и без обид. Роль тебе обугленную чешую. Потом, кто там выше всех? Рокстер? Лолана? Клота? Нет, Клота. Нате Клота чашку. 6500 и чешки нету. Ах ты. Эти колечки. Так, чё там? Райзер, ты писал, что ролишь на хила? Да. Ники на ИП. Будет вторая сразу? Знаю, я иду пить чай, вы как хотите. Я два рейда собрал тех, что обещал, а дальше делайте, что хотите. Бибоп, собираю ВК. Вот тут. Да, слушайте, вы раз, чё вы? Ну, второй раз пойдёшь, Ваня? Ну да. Ну да, давай, сейчас соберу. Все зашли на ЕП, Ваня, тебе ЕП на это? Да, на декарту. Бестер плюсует плюс на ЕП. А так, вот он плюсует, а что там, 2000, да? Да. Все, он 2000 накинул, всем спасибо. Туда-сюда, а я отошел. Если что, пойду.